Сегодня мы исследуем, как конструкция насадки влияет на эффективность удаления пыли в туманных пушках, что важно для таких отраслей, как горнодобывающая промышленность и строительство. Туманные пушки имеют решающее значение для борьбы с пылью, при этом сопло играет ключевую роль. Этот компонент преобразует давление воды в кинетическую энергию, одновременно стабилизируя поток для эффективного покрытия больших площадей и улавливания пыли. В противотуманных пушках есть два основных типа сопел. 1. Форсунки обтекаемой формы. Они уменьшают потери от удара потока воды, увеличивая дальность распыления. 2. Обтекаемые конические форсунки. Сочетая в себе функции, эти форсунки упрощают производство и производят равномерный туман. Теперь поговорим о распылительных форсунках. Они смешивают воздух и воду в устье сопла, создавая более мелкий туман, сокращая расход воды и предотвращая засорение, что является благом для запыленных сред, таких как шахты. Оптимизация конструкции сопла является ключом к эффективному контролю за пылью. Это включает в себя улучшение распыления, увеличение скорости водяного тумана и расширение зоны распыления. Эти изменения помогают улавливать больше пыли, защищать здоровье работников и повышать эффективность. Конструкция сопла имеет жизненно важное значение для эффективности удаления пыли туманными пушками. Научные разработки и технологические достижения могут значительно улучшить качество и безопасность воздуха на рабочем месте. Если вы нашли эту информацию информативной, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и следите за обновлениями, чтобы получать больше информации. Увидимся в следующий раз.